худи Дизель. Дизель, конечно, у них дизайн, вот эти принты, это просто взрыв мозга какой. Костюмчик от бренда Preppy. Я узнала про этот бренд, не знаю, буквально год назад, наверное. Hilfiger, новый их дизайн. Не уверена, что он мне сильно нравится, потому что вот как-то сильно тут громоздко. Ну, очень нравится. Но оно из новой коллекции, оно не по скидке, поэтому там стоимость большая. Сейчас покажу ценник, но смотрится очень круто. Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Посмотрите, кто в кадре. Я сейчас нахожусь в ТРЦ Dreamtown и иду в магазин Stan. Это мультибрендовый магазин таких брендов, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Reply, Diesel и тому подобное. Поэтому покажу, что там находится, что там по скидкам, а там часто бывают модели из этих брендов по скидкам. Будет интересно, так что оставайтесь со мной. Все, пожалуйста. Смотрите, какое крутое оформление. Так, я спускаюсь вниз. Я уже вот взяла себе капучино. Я уже отсняла другой шопинг влог, где Zara и H&M. Получилось очень интересно. Я оставлю ссылку. И еду сейчас на первый этаж искать магазин Stan. Вот Zara. Тут я уже была. Было очень много крутых образов. Так что смотрите предыдущий видос. Кстати, в некоторых торговых центрах есть магазины Андре Тана. Ну, кто знает, это украинский дизайнер. Он известный и в России, вел разные телепередачи. Если интересно, я туда зайду, покажу, что там у него, какие у него дизайны, какие цены. Если интересно, то пишите об этом. Так, вот и магазин Stan. Заходим сюда. Так, сразу видим шорты от бренда Preppy по скидке 903 гривны. Прикольный плотный трикотаж, разные цвета. Я вот люблю такие шортики. Футболки Calvin Klein, тоже по скидке 760. И вот белая 950. Ну, стандартные их буквы, просто в разных цветах. Ну, качество хорошее, мне нравится их трикотаж. Получше, чем в ГС. Вот типа Tommy Hilfiger, вот у Calvin Klein тоже хороший трикотаж. Цена 1560, кстати, хорошая цена. Ну, укороченный такой, с высоким горлышком. Блин, я подошла к первому рейлу Calvin Klein, и мне тут все нравится. Платье, футболка, вот такое вот высокое горлышко, хороший, плотненький такой трикотажик. Очень приятный, 1450 по скидке. Ну, и есть размеры, чтобы вы понимали, это, ну, не последняя единица. Еще понравилась вот такая яркая футболка Reply, тоже по скидке 1195, ну, качество неплохое. И вот такая 1236, тоже типа графитовый, мне нравится вот такой графит, типа потертый, вы поняли, прикольная. Так, пошел Tommy Jeans, это же вроде новая их коллекция, вот и новая тут есть, кстати, видите, с такой резинкой внизу. Яркий, красивый розовый цвет, тоже по скидке, 1845. И вот это, по-моему, их премиум котон, блин, ну он такой крутой. У меня такой свитшот есть, блин, ему просто нету сноса. Мне очень нравится. Вот если какие-то свитшоты вот такие покупать, то это только у Hilfiger. Так, вот такой, но мне такая надпись уже не нравится. Мне нравится вот эта их нашивочка, аккуратненько, и все. 1916, худи, и вот. Прикольный худи, ярко-красный, с такой нашивочкой. Вот он круто смотрится. С джинсами, вот с брюками какими-то черными. 1476, блин, это офигенная цена для него. За такую цену однозначно стоит брать. Пошел Дизель. По вот таким всяким нашивкам сразу понятно. Блин, уже горло першит. Сразу понятно, что это Дизель. Так, 1527. Блин, ну это крутая цена. Тут, кстати, у Дизеля тоже очень хорошее качество трикотажа. И он не утепленный, вот как раз на осень то, что надо. Такой оверсайз, типа. Что-то еще есть размеры, есть количество. То есть это не последняя вот единица. Блин, ну это уже не, мне такое не нравится. Еще немного моего любимого Tommy Jeans. Здесь уже помягче ткань, помягче трикотаж. Он без флиса, 2990, прикольный. Очень красивый бежевый.
Я заходила в Calvin Klein, и я не видела там такого выбора, как вижу здесь. Удлиненный свитшот, прям такого хорошего, плотненького качества. И что там по ценам? То есть вы поняли, в начале зала все по скидкам, в конце уже новая коллекция, 3600. Понравилась еще вот такая сумочка Calvin Klein, такая ярко-розовая, розовая, 3600. Такие типа Jacques Mew ручки, вы поняли, более тоненькие, прикольные. Тут, кстати, чтобы вы понимали, сумки можно подобрать всех этих брендов, пожалуйста. И тоже сумки по скидкам, 260, например, Calvin Klein. Что-то еще вот такая Tommy, мне еще понравилась. Маленькая, аккуратненькая. Но мне, конечно, 1673. Мне, конечно, она не подойдет. Мне же постоянно нужно носить и очки для вождения, и пауэрбанк, и все, короче, все-все-все. Мне такой размерчик не подходит. Да, блин, становись. Короче, вы поняли. Такая розовенькая, тоже крутая. Футболки от бренда Preppy. 300, блин, шикарная цена, 400 гривен, короче, почти. Очень, короче, хороший дизайн, вы поняли, хорошая ткань. Я вообще обожаю этот бренд, я про него вообще не слышала, не знала. Я когда-то зашла сюда же, в этот же стенд, купила себе, еще купила свитшот, потом еще кроссовки купила. Ну, короче, я не знаю, я его распробовала, такой офигенный дизайн они делают, офигенного качества. Я не знала вообще про существование этого бренда, узнала вот уже здесь. Так что обращайте на него внимание. У них прикольный дизайн и очень хорошее качество. 1000 гривен такой свитшот, но качество крутое. Не хуже его, чем у остальных таких брендов, которые я уже показывала. 800 гривен. Худи укороченные, вот, пожалуйста. Вот еще такая малышка. И она 2310. Короче, но мне нужно чуть побольше. Короче, вы поняли, немножко побольше, не прям супер большая, но чтобы у меня все помещалось туда. Я уже в примерочной набрала очень много всего. В основном это, конечно, верхняя одежда, какие-то футболки, свитшоты, худи. Буду мерить их со своими брюками. Ну, как бы здесь образы особо не составишь. Поэтому беру самые прикольные единицы, что-то по скидке, что-то новое, по новым коллекциям прошлась. Но покажу вам самое-самое достойное. Там, конечно, полный зал всего. Заходи, ройся. И, кстати, очень хороший мужской отдел. Как правило, знаете, в каких-то магазинах делают крутой женский отдел и очень маленький мужской. Или же наоборот, делают офигенный мужской и очень маленький женский. Например, в Дизеле в некоторых магазинах огромная часть именно мужского идет. Основная часть, процентов 70, наверное. И что-то... И у G-Star, кстати, то же самое. И что-то уже женское. Может, конечно, зависит еще конкретно от магазина, но часто бывает такое, что у меня, мы заходим в магазин, муж ходит, бродит, выбирает себе. Я посмотрела три футболки и все на этом. Как бы даже нечего там делать. Так, здесь не так, здесь и парни, и девушки найдут то, что им надо. Так, Hilfiger, новый их дизайн. Не уверена, что он мне сильно нравится, потому что вот как-то сильно тут громоздко. Мне как бы больше нравятся просто обычные укороченные свитшоты и все. Здесь вот, ну, слишком, но интересно, могу сказать. Как бы, ну, это лично мне не совсем нравится, но как бы, кто такое любит, пожалуйста, модель очень прикольная, хороший вот их вот этот катон, трикотаж, хлопок, хорошие резиночки. Все показываю вблизи. А на флисе уже идет, то есть тепленький. Их фирменная нашивочка. Все, как всегда, выполнено очень аккуратно. Люблю Tommy Jeans. Молодцы, офигенное качество и по скидкам хорошие цены. Так что вот кто раньше не обращал внимания, обращайте внимание. Короче, вот такой вывод. Ярко-желтый цвет есть еще в белом. Ой, в каком еще? В черном, по-моему. Ну, короче, цвета есть. Идем дальше. Свитшот Hilfiger 1845 по скидке. Офигенная цена для этого бренда, для такого качества. Так, дальше идет худи Дизель. Дизель, конечно, у них дизайн, вот эти принты, это просто взрыв мозга какой-то. Это надо вот такое придумать, конечно. Посмотрите, как все выполнено. Принты у них держатся хорошо. Стирок не боятся. Так, покажу капюшон.
дальше. Не знаю, успели вы все рассмотреть или нет. Тут вот, и реально худи надо прям рассматривать. Мне очень нравится именно сочетание цветов у принта. Белый и красный. Пожалуйста, череп вот такой вот с пальмочками. Белый и красный на черном фоне. Оно плюс такое вот объемное. Тут есть кармашек на флисе. То есть прям вот тепленькое уже. Двойной капюшон. Все как обычно выполнено хорошо. Качество хорошее. Вот у Дизеля, кстати, какие-то модели супер качественные, какие-то модели, ну, такое, как бы, могло бы быть и лучше за такую огромную стоимость. Поэтому у Дизеля нужно вот именно приходить и прям смотреть конкретно по модели. У них очень качественные футболки, худи, свитшоты. Короче, цена худи 9990. Короче, 10 тысяч гривен. Ну, понятное дело, не по скидке. Цена, короче, кусается. Футболка Pepe Jeans. Мне очень нравится вот этот графитовый цвет. Она как бы широкая, типа оверсайз, но дело в том, что идет заужение к низу, и здесь на бедрах у меня уже натягивается. Я такое не совсем люблю. То есть, если оверсайз, то вот, пожалуйста, хотя бы в бедрах тоже как-то расширьте. Но вообще дизайн прикольный. То есть, мне нравится такой минимализм, просто бренд, хорошо сделано, плотный трикотажик, цвет офигенный, я такой цвет очень люблю. Сейчас еще померю вот с этой рубашкой сверху, как раз сейчас покажу стоимость, точнее не сейчас, сейчас секундочку, сейчас померяю рубашку. Следующая у меня рубашка, одела поверх этой футболки Pepe Jeans, кстати, сразу можно посмотреть стоимость. Так, 2036, это Reply, кстати, рубашка Reply, но она прикольная, она прям такая плотненькая. Была еще в классическая красная клетка, но не стала уже брать. Красный такой как бы слишком заезженный цвет, а синяя прикольненькая. Нравится вот эта бахрома внизу. Я говорю, уже стараюсь быстрее, потому что память на телефоне заканчивается, не успею все заснять. Как вам рубашечка? Графитовая футболка Pepe Jeans 1990. Вот она тоже не по скидке. Так, а размер? Ну, размер S. Ну, в принципе, да, M-ку взять, и в бедрах будет норм. Платье от G-Star. Посмотрите, принты, это карманчики. Здесь идет такая строчка. Здесь сделано регланом. Прикольно сделана строчка. Вот так вот на спинке все закрыто. Ну, короче, такое платье-мешок. Хорошая длина, удобная как раз моими конверсами, то, что нужно. Здесь резиночка, ткань такая, трикотаж. Не скажу, что прям такая средняя плотность. Видите, он так не спадает. Но, как сказать, не рыхлый. Вот платье, в принципе, будет достаточно нормально носиться. Такие клинышки. Это на любителя, конечно. Вот такие прям платья, мешок с принтами и так далее. Это на любителя. Но удобное, комфортное, приятное. Платье от G-Star 3190. Оно без скидки, это новая коллекция. Костюмчик от бренда Preppy. Я узнала про этот бренд, не знаю, буквально год назад, наверное. Пожалуйста, на капюшоне там нашивочка. И как узнала, ходила по залу и смотрю, мне нравится та вещь, тот свитшот, там какие-то кроссы. А потом смотрю, что это все один и тот же бренд. То есть вы поняли, как бы я не по бренду смотрела, а смотрела по вещам, и мне именно нравились вещи конкретно этого бренда. Вот как-то они так делают, не знаю, или конкретно под мой вкус, или более такие универсальные вещи. Вот, пожалуйста, этот костюм, ну, офигенно, мне очень нравится. Вот такое вот укороченное худи, хотя, в принципе, не совсем прям укороченное, вот оно до талии идет спокойно, ткань без флиса, такой плотная трехнитка, хорошо сделан, двойной капюшончик и вот такие удлиненные шорты, как я люблю, вы уже знаете, боковые кармашки, тоже такой ровный срез, есть в разных цветах, есть сирень, оливка, черный, белый, по-моему, что-то в таком духе, но я выбрала бежевый, мне бежевый нравится, так что... Короче, вот так вот. И есть вот такие удлиненные шортики, а есть укороченные, вот покороче. Я потом уже увидела, взяла уже длинные, думаю, ладно. Короче, вот такой костюм. Как вам? Худи 796 гривен размер S и шорты 745 гривен размер S. Крутая цена за такое качество. Полностью образ от Reply. Шорты джинсовые с такой вот бахромой. Сели неплохо, 27 размер, но можно было и поменьше померить, потому что ткань тянется, чтобы они лучше облегали в талии. И вот такой вот удлиненный свитшот, тоже от Reply, он не утепленный, но достаточно плотный. Круто все это выглядит в соединении, ткань хорошая, качество крутое.
Шорты 27 размер 2596 и свитшот 1396. Последний образ от Дизель. Крутой топ, вы видите, с эффектом тату. Это прозрачная бежевая сетка, очень круто сделана строчка, крутые принты, мягенькая, все очень, тут чип этот, очень прикольно. И офигенская юбка, такой утягивающий пояс, сама по себе ткань утягивающая, крутая строчка, вы видите, посадка офигенная, это просто бомба. На меня так, блин, микрофон, на меня редко так круто садятся вещи. Это просто, знаете, такой образ Ким Кардашьян. Вот оно прям делает фигуру. Ну, очень нравится. Но оно из новой коллекции, оно не по скидке, поэтому там стоимость большая. Сейчас покажу ценник. Но смотрится очень круто. Как вам? Юбка 6190. Вот такая вот молния на спинке. Показываю швы вблизи. Офигенная ткань, плотная, утягивающая. И пояс тоже, который утягивает. Размер M был на мне. У топа размер не вижу. Может быть, они универсальные. 6190. Вот, посмотрите, прозрачная сеточка. И вот такой вот принт. Очень мягенькая. Образ офигенный. Вот это мой фаворит, конечно. Но это не на каждый день. И вот по какому-то, не знаю, поводу, случаю куда-то одевать. Но это вот прям стильный такой лук. И, в принципе, да, конечно, не для каждого подойдет. Не каждому такое нравится. Мы начнем с этого. Мне такое нравится. Так что это мой фаворит. Несмотря на то, что я люблю худи, свитшоты, вот такие вот прям объемные какие-то шорты, костюмы. Но такие образы я всегда ценю и тоже люблю. Так, память у меня на телефоне заканчивается, поэтому я уже буду, наверное, заканчивать. Надеюсь, вам было интересно, показала все, что по скидкам, постаралась показать по максимуму. Если все понравилось, то ставьте большой пальчик вверх и пишите, заходить ли мне сюда еще, снимать ли обзоры на вот эти бренды, которые вот я озвучила в этом влоге, и просто, что вам больше всего понравилось. Мне это очень важно знать, я всем отвечаю. Все, пока.